Скандалы с мамой и папой, вечные запреты и упреки. Тебе это знакомо? Наверняка. Ведь с этим сталкивался каждый человек. Даже если переходный возраст прошел безболезненно, нет гарантии, что в будущем все будет складываться так же гладко. А если проблемы уже начались, то их нужно преодолевать с минимальным ущербом для тебя и для твоих близких. Как? Об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и с вами я, его ведущая, Виктория Новикова. Первый вопрос, который я хочу задать всем тем, кто сегодня присутствует у нас в студии, такой. Ребят, из-за чего вы чаще всего ругаетесь с родителями? Чаще всего я ругаюсь с мамой из-за того, что она от меня многого требует. Это в учебе, например, по дому, или вообще с братиком, например, посидеть, когда она работает. Это немного... Это действительно волнует меня очень сильно. А как ты себя в данной ситуации ведешь? Ты всегда с мамой вступаешь в какой-то конфликт именно? Или просто тебе обидно это слышать, что мама от тебя действительно многого требует? Ну, действительно, мне немного обидно, но я не стараюсь создавать конфликт из этого. Я не хочу ссориться с мамой, так как в будущем мы можем очень сильно из-за этого поссориться и даже мы можем прекратить общение. Это меня пугает, поэтому я стараюсь не ссориться, не доводить до крайностей. Наверное, где-то в себе немножко сдавливаю, да? Немного, возможно. Да, есть такое. Можно вопрос? Да. А вот вы боитесь чего? Вот что самое страшное может произойти, когда мама как на вас обидится, как вам кажется? Что она будет делать? Что вот эта крайность, это что для вас? Для меня это действительно, если она обидится, не будет... Я, конечно, не знаю, мы с ней так сильно не ссорились никогда, но если вдруг, я боюсь, что она перестанет разговаривать со мной, поддерживать. Но, знаете, это все же, это мои страхи. Я думаю, такого не будет. В жизни осуществлены, да. Правильно? Ну, тогда вы боитесь неизведанного. Ну да. Давайте я как раз представлю нашего эксперта. Это Ольга Владимировна Шмелева, психолог. И как раз-таки вместе с ней нам сегодня предстоит вот обсудить эту тему. И, соответственно, вы можете сразу позадавать интересные и волнующие вас вопросы, и, возможно, найдете сразу на них ответ. На самом деле есть проблемы. Это, наверное, больше с отцом, то, что он не уделяет мне вообще категорически никакого времени. Что со старшей сестрой так было, что со мной. Единственное, когда он мне уделял время, это в детстве, когда мы ходили на горки. А сейчас я этой поддержки, именно отцовской, я не чувствую. И иногда охота с ним посидеть, поговорить, но это удается очень-очень редко. И вот это пугает, то, что нет отцовского поддержки. Есть сестра, мама, племянница, но нету мужского стержня. Вы себе подарки покупаете, на чьи деньги? Мамины. Мама дает деньги, не папа? Да. Папа не зарабатывает? Зарабатывает, он платит только за коммунальные услуги. Я у него прошу деньги в том случае, если у мамы только нет. Это бывает очень редко. А папа знает о том, что вам не хватает внимания с ним? Да, он это знает. Как он реагирует? Он реагирует на то, что он устает на работе, хотя он, я бы сказала, работает вдвое меньше, чем мама. Угу. Ладно, можно я потом прокомментирую? Да, конечно, мы запоминаем это. Что касается моей проблемы, то это, наверное, больше связано с моей младшей сестренкой, и я чувствую себя немного сдержанной, в любви родительской. Кажется, как будто меня любят меньше, чем ее. Хорошо, сделали себе меточку. Ну и, пожалуй, еще одну историю мы можем выслушать. Ну, у меня, скорее всего, нет таких серьезных проблем с родителями, когда не уделяют внимания со стороны либо папы, либо мамы. Единственное, что это бывает недопонимание, то есть разница в возрасте все-таки с родителями, да, и они как-то не воспринимают то, что сейчас уже век новых технологий, то, что дети постоянно сидят в телефонах, делают уроки при помощи интернета, ну, все вот такое. То есть то, что я очень много... провожу времени за компьютерами. Ну, это все связано с тем, что у меня... Я выбрала такую профессию, с которой нужно пользоваться хорошо с интернетом. То есть я постоянно что-то пишу, и мне нужен ноутбук. Поэтому я очень много времени провожу там. И мама очень переживает за то, что
как раз из-за этого у меня, возможно, будут какие-то заболевания. Ну, то есть все вот такое, она немножко не поддерживает то, что я очень много времени провожу с техникой. Можно вопрос? А мама сама с компьютером в каких отношениях? Мама сама зарегистрирована в сетях, например? А в сетях она зарегистрирована, но она не пользуется ими, а так, в принципе, у нее работа тоже связана с компьютерами. Угу. У нее прям, она целиком и полностью проводит день за компьютером? Ну, практически, да. Все понятно. Ну, Ольга Владимировна, в принципе, мы услышали, наверное, то, что ребята уже хотели сказать. А давайте какие-то комментарии, может быть, советы. Ребят, поднимите руку, кто считает себя достаточно взрослым, чтобы выслушать психолога по поводу вашей взрослости. Вы же все прошли уже переходный возраст, вы понимаете, да? Вы что, уже на выходе. Поднимите руку, кто считает себя достаточно взрослым, чтобы выслушать психолога. Все согласны? Единогласно. Отлично. Ну, тогда я вам говорю, как взрослым, 16-летним детям. Кто-то даже еще старше. Почему я спокойно об этом говорю? Потому что рядом сидит моя дочь, которой тоже 16 лет. И я знаю, что на что способна в плане понимания в жизни она. И я знаю, что на это же способны все ее сверстники, значит и вы. То есть гипотетически я где-то подхожу под возраст ваших родителей. Ну, да, представьте, да, у меня 16-летняя дочь, я родила ее нормально. То есть где-то я примерно возраста ваших родителей. Позвольте мне говорить не только как гипотетической маме, да, потому что я могла бы быть вашей мамой, но и как психологу. Вот смотрите, то, что вы сейчас обозначили, те проблемы, которые вы обозначили, они так или иначе связаны с тем, когда вы отделились от родителей, вы должны от них отделиться и заявить о своей позиции. То есть к 18 годам вы будете абсолютно самостоятельны, и уже ответственность за свою жизнь будете нести вы сами. То есть и мама с папой, грубо говоря, вам не указка. Вам осталось до этого возраста 2 года. Ничего так не шокирует никого, что вам только 2 года осталось, чтобы вы почувствовали себя абсолютно взрослыми для того, чтобы принимать самостоятельно какие-то решения. Путь, вот этот отрывание от родителей, он всегда должен быть болезненным. Он всегда. Невозможно отделиться от мамы с папой, любя их. Отделиться можно только ненавидя родителей. И если вы не испытывали чувство ненависти, агрессии, негатива по отношению к своим родителям в 13, в 12 или в 14 лет, тогда я вам глубоко сочувствую. Потому что иначе этот кризис перенесется, это не я вчера сама придумала, понимаете? То есть это базовые знания о мировой психологии. Тогда этот кризис перенесется в 21 год. То есть, как правило, кризисы повторяются в 7 лет. Поэтому поднимите руки те, у кого не было вот этого вот такого вот хлопания дверьми, вы меня не понимаете, вы меня не любите, вы любите кого-то больше, чем меня. Не было такого, и это заметно. Не было. Нас пугаете, что такое все-таки будет? Это должно быть. Если этого не будет, вы тогда по жизни останетесь маменькими дочками или папиными. Было? Поздравляю. Поздравляю, понимаешь? Потому что... Какая слава. Все прошло. Это правда. Я сейчас не буду тут сказки рассказывать. Это для того, чтобы вы стали личностями, вы должны оторваться от мамы с папой. Понимаете? Вы должны сепарироваться. Наверное, оторваться, даже, например, если ребенок уезжает в другой город, это же тоже какая-то, может быть, из стадий таких, нет? Можно оторваться, живя в другом городе, каждый день маме названивать и спрашивать, мамочка, как мне тут поступить, мамочка, как мне вот здесь, вот, знаешь, что мне сделать? Оторваться в прямом смысле этого слова, пуповину перерезать эмоциональную. Вот эту связь с мамой, вот такую вот, как мы в 5 лет без мамы никуда, да? Вы же понимаете, что отличается, как вы относились к маме, как к полубогу? И к папе в лет 7-5. И как вы сейчас к ним относитесь? Есть разница? Поднимите руку, кто осознает свою разницу, да, что все-таки родители – это обычные люди со своими проблемами, со своими болезнями, со своими страхами. И не надо на них смотреть и думать, что вот они сейчас что-то такое сделают. Они вам могут для вас сделать ровно столько, сколько им самим дали в детстве. Если, например, вот ваш папа, да, не получал от своего папы внимания, я сейчас просто говорю, чтобы его оправдать и понять его. То есть, ну, простыми словами, если ваш папа не общался со своим отцом в детстве, ему нечего дать. Ему сложно, откуда он это возьмет, где он это подсмотрит, чтобы знать, как общаться с вами. И еще, если у вас есть такая претензия к отцу, что папа мало со мной проводит времени, скажите ему, не так, что пап, а пойдем-то туда-то. Слушай, а пошли в кино вместе сходим? Пап, давай билеты в кино купи, я
так хочу, чтобы вот мы с тобой куда-то сходили. То есть не с претензией, наверное, да? Не с претензией, потому что в этом возрасте уже родители, им же тоже, представляете, как родителям тяжело. Вот я просто понимаю, как моя дочь растет, когда у нее свои секреты, да, там свои отношения. Я понимаю, что она отрывается от меня, и это нормально. Некоторые же родители этого не принимают, просто категорически. Согласна. И тогда уже вопрос того, как дети готовы отстаивать свою свободу. Да, есть которые и к 40-летним детям, знаешь, прям вот делайте все, как я сказала. Да, есть такие родители, которые не отпускают своих детей. Но тогда уже это вопрос то есть ждать, что родители отпустят самостоятельно, если он, ну так скажем, не совсем понимает законы психологии развития, бесполезно, тогда нужно ребенку самому отрываться. Анжелика, как раз вот вопрос к тебе. Неспроста ты пришла к нам с мамой, и мама у тебя психолог. Вот расскажи о том, какие вот у вас взаимоотношения с мамой. Вот ее профессия, возможно, как-то еще больше укрепила ваши взаимоотношения и показала тебе, как правильно нужно общаться с родителями. Да, конечно. У нас отношения с мамой очень хорошие, и я очень благодарна за такую маму. Самое главное, что когда у нас идут споры, разногласия, мы не начинаем говорить претензии друг к другу, там, кричим или еще что-то. Мы просто сядем, обговорим ситуацию. Мы не начинаем с обвинений, мы начинаем: мне неприятно, когда ты поступаешь так-то или так-то. Ты мне делаешь больно, когда ты поступаешь таким образом. И мы уже начинаем прислушиваться друг к другу, и в следующий раз, конечно, меняем уже свои действия и свои поступки. Вот. Угу. То есть, получается, вот таких скандалов, эмоциональных разговоров их вообще нету? Ну, конечно же, бывает. Без этого не обойтись. Это все-таки семья. Но они бывают крайне редко, и все заканчивается очень хорошо. Мирно. Мирно, да, на понимании. Вот. Чему я очень благодарна маме, так это поддержки в трудное время для меня. То есть, если я грущу, мама меня не будет игнорировать, она подойдет, разберется, что да как, поможет мне. Вот. И поэтому благодаря маме я могу понимать, почему люди поступили таким образом, могу их сама оправдать и сама разбираюсь в этой ситуации, то есть с помощью мамы. Ну, на самом деле, психолог, он же даже любого убийцу, в общем-то, объяснит его поведение и где-то в кавычках оправдает. То есть развернет его травму детскую, почему он так поступил и так далее. Поэтому наука психологии позволяет понимать поступки и мотивы людей. И когда у Анжелики там возникают какие-то там, ну, разногласия, ну, с людьми, и когда я объясняю, почему человек так поступил, там, да, то легче становится всегда, естественно, когда объясняешь, в чем проблема. Ну, хотя, говорят, дома психолог, то есть если по профессии человек психолог, то дома он не психолог. Есть такое? Нет, нет. Я везде психолог. Это какой-то, да. Хорошо, ну сейчас я предлагаю посмотреть, что думают прохожие, в чем же секрет хороших взаимоотношений в семье. Скажите, как у вас складываются отношения с родителями? Всегда ли вы понимали друг друга? Мы всегда с мамой понимали друг друга. Для меня мама как лучшая подруга, которой я могу рассказать все, и она мне всегда что-нибудь посоветует и поможет. А в чем секрет вот ваших хороших отношений? Мне кажется, в том, что мне родители с детства никогда ничего не запрещали, разрешали, если я что-то хочу, всегда попробовать сделать. Но всегда говорили, что если у тебя какой-то вопрос, обращайся к нам, и мы нормально отреагируем на все. Отлично. А расскажи, пожалуйста, как ты думаешь? Мои родители, к сожалению, не отличались какими-то консервативными взглядами, поэтому у нас были конфликты, даже очень много конфликтов. Я думаю, все это все же влияние воспитания, потому что мама у меня родилась в деревне, а отец, ну, тоже был воспитан довольно в других условиях, может, поэтому были конфликты. А сейчас как все? Ну, сейчас мы живем отдельно, поэтому отношения, когда живешь на расстоянии, намного лучше складываются. За то, что скучаешь и все остальное. Ваши отношения с родителями. Почему иногда дети не могут найти общий язык? Ну, я думаю, проблемы у всех разные. И со временем у людей все равно мировоззрение меняется. И поэтому чаще всего родители не понимают своих детей. А у тебя как было вообще и сейчас? Как ты с родителями общаешься? Не на одной волне. В чем секрет хороших отношений с родителями? Почему вот это такая вечная проблема? И можно ли ее как-то все равно разрешить? Нужно просто доверять им и не обманывать. Все вообще классно будет.
Вот. Ребят, поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Как вы считаете, в чем секрет хороших отношений с родителями? Я считаю, что понимание – это главное в отношении с родителями. Я тоже согласен с этим мнением. Я считаю, что если родители, если у родителей между друг другом полное взаимопонимание, они поняли друг друга с полуслова, это будет очень счастливая и крепкая семья. Мы продолжаем. Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак». И наша сегодняшняя тема – как наладить хорошие отношения с родителями. И у меня есть вопрос такой. Кто из вас может похвастаться хорошими отношениями в семье, когда мама – это действительно для вас лучший друг, и никаких кризисных ситуаций не было? Я могу похвастаться. Я очень рада. Нет, на самом деле, не то чтобы совсем не было этих кризисных ситуаций. Вот я тоже думаю. Но они были не столь, наверное, не столь глобальные. Просто какие-то недопонимания, но я считаю, что у меня с моей мамой практически идеальные отношения, потому что мы не просто как мать и дочь, мы как подруги, как сестры. У меня есть и старший брат, и старшая сестра, но именно вот какие-то секреты или еще что-то я рассказываю не своим братьям, сестрам, а рассказываю, например, своей маме. А если можно вопрос, да, если какие-то серьезные проблемы, переживания в жизни, ты кому рассказываешь? 21 маме. Год. Да. Маме? Да. А как ты считаешь, вот чем ты в свои 21 год отличаешься от девочек, которым 16 лет? В плане отношений с родителями или вообще? Отношений с родителями, самоопределением, понимание того, что между вами 5 лет. Ну, сейчас я послушала ребят, девочек, мне кажется, что мы как будто как на одной какой-то волне. Они объясняют, рассказывают свои проблемы в семье, и мне кажется, в плане возраста, мне кажется, мы практически не отличаемся. Но... Ты знаешь, о чем это говорит? О чем? Что ты остановилась. На 16 годах? Возможно, может быть. Для меня сейчас тоже немножко что-то ломается в моей голове. Я всегда думала, что лучшая подруга действительно мама. И с возрастом у кого-то это только еще больше проявляется. Например, в детстве там они не принимают маму, а потом, чем взрослее они становятся, тем больше они вот... Только мама, например. Как хорошо, что мама есть, и именно с мамой я хочу поделиться. У меня нет подруг, у меня есть мама. Вик, можно тогда уж вам вопрос, да? Хотя уместно это или неуместно, да? Если мама подруга, подруга — это равная, правда? Тогда кто тот человек, на которого... Кто тот большой и сильный, который, если что, может защитить большой и сильный? Если мама — это просто... Ну, равная. Можно? Вот. Хорошо. Нет, для меня вообще был Вики, ну ладно. Ну, я тоже как бы, для меня мама подруга, но это на втором месте. А прежде всего мама – это мама, на которой я равняюсь. Она для меня, ну, своего рода идеал, наверное. Я к тому, что, наверное, именно проблемы я ни в коем случае не хотела бы скидывать на маму. То есть она не должна меня защищать. Но это тот человек, с кем хочется в первую очередь поделиться. Не проблемы, говоря. Вот, может быть, действительно, не то, что совет. Не всегда мне нужен совет. Просто поговорить с мамой. А ни в коем случае, мне кажется, с возрастом, тем более мы хотим, ну, мне кажется, больше оградить родителей от проблем, чтобы они уже не твои решали, а ты им в чем-то помогала. Да, не обязательно материально, именно морально. Им тоже нужно, они тоже на нас нуждаются. Им становится, может быть, скучно, особенно если там, ну, вдруг еще нет внуков. Они больше тяготеют к детям. Вот это более взрослая позиция – оградить своих родителей от проблем. То есть в 21 год уже не, мама не должна знать о серьезных проблемах своего ребенка. Значит, иначе, если она знает, значит, ребенок не вырос. Значит, он еще не может, не в состоянии жить самостоятельной жизнью. В 21 год, я подчеркиваю, это возраст первой психологической зрелости. В 21 год. То есть тут вопрос не даже не в откровенности, а в том, что ты действительно рассказываешь все маме, а в том, чтобы вот она не переживала... Ну, что в 21 год есть вещи, которые должен решать сам ребенок уже без маминых советов и маминой поддержки. А иначе мы все время будем как на маму опираться. Да, я именно об этом не хотела спросить. Вот есть же секреты, которые ты не хочешь рассказывать родным, особенно маме, из-за того, что она будет волноваться. Она будет заботиться, она пытается что-то сделать. Мне кажется, в таких случаях больше боятся, что мама не поймет, например, что она действительно тебя осудит за это. Она может не понять. Она может понять не так или захочет сделать сама. Она захочет помочь. А ты хочешь решить свою проблему сам. Вот бывают такие случаи еще. Можно я вот вам конечно. Скажу, да? Вот на то, что вы сказали в первой части программы, да, на то, что я боюсь, что если я вот это не сделаю маме, мама на меня вдруг обидится, не будет со мной разговаривать, да? Смотрите, а я когда спросила, а на самом-то деле было такое, чтобы мама с вами не разговаривала так долго? Нет, вы ответили, да,
Вопрос. Вы боитесь неизвестности? То есть бояться того, что никогда не было? Ну, я думаю, у всех есть такой страх. Может, нет. Они об этом и не знают? Нет, нет. Не надо на всех, нет. У меня есть страх. Он у вас есть. Значит, вы все-таки где-то это чувствовали когда-то? Просто так не бывает такого страха на пустом месте. Как, вот мне еще 16, я еще не такой, я вообще не взрослый человек, я не знаю, что меня ждет в будущем. И, возможно, где-то в глубине души меня это пугает. Но также вот можно я вам скажу? Вот вообще те, кто ходит к психологу, я считаю, люди очень, которые любят себя и понимают, куда им дальше двигаться, то есть познают себя. Вот я бы вам очень рекомендовала обратиться уже к взрослому психологу. Не к детскому, естественно, в вашем возрасте, а к обычному психологу, чтобы вам понимать себя и понимать, как выстраивать взаимоотношения с мамой. Я вам что-то тет-а-тет потом скажу, потому что это будет не совсем этично говорить это в рамках студии. Хорошо? Хорошо. Но... Вы же сказали, то, что 21 год, типа, родители не должны знать, да? Но можно же просто в общих рамках сказать маме о своей там проблеме и говоря ей то, что нет, мама, я сама справлюсь, но ты просто знай то, что меня это волнует. Таким образом, мы перекладываем ответственность за свою проблему на маму. Мам, ты просто знай о том, что у меня, знаешь, там с института увольняют, отчисляют, да? Я тебе просто так сказала, ну я решу эту проблему. Что маме с этим делать? Она не может пойти в институт, да? Ну, допустим, да? Я говорю студенту. То есть вы-то как школьник сейчас не понимаете этого, да? И что мама будет делать? Она об этом знает, и как ей жить с этим? Или вы решаете проблему эту, а потом говорите, вы знаете, мам, у меня были проблемы там с институтом, но я там все сдала, все, сессию закрыла, все хорошо, то есть меня не отчислят. Вот это да. Вы решили проблему, маме об этом говорите. Но когда вы не решили проблему, но при этом маме об этом, между прочим, говорите, вы таким образом все равно бессознательно от нее ждете поддержку. Поддержку и еще выход какой-то, решение. Что мама может сделать 21 год, когда вам? Пойти в институт, сказать, не увольняйте мою доченьку. Ой, да что ж меня не увольняется, но все-таки я уже рабочий человек. Не отчисляйте мою девочку. Понятно? Я ответила на ваш вопрос? Да. Угу. Скажите, вы считаете, мама подругой быть не может? Ну, значит, не будет мама, если мама будет подругой. Значит, нет мамы. Понимаете, если мама подруга... Вот смотрите, когда я была сама в вашем возрасте, я тоже считала, что мы с мамой подруги. Но когда я выросла и стала уже как бы... Вначале журналистом, у меня второе образование психологическое, да, потом психологом, я понимаю, что если мама подруга, тогда где же моя мама? Понимаете? Хорошие отношения, доверительные с мамой должны быть. Они просто... Ну, это... мы. Девочка так или иначе, она свою идентичность строит по матери, а мальчик по отцу. Да? То есть на бессознательном уровне любая девочка, она хочет этого или не хочет, она будет похожа на маму. Когда мне говорят, что у меня дочка выступает так же, как я, так же руками вот разводит, да, то есть интонация, я ее этому не учила. Она просто это подсмотрела и так повторяет жизнь. Понимаете, да? Угу. То есть делиться, ну, все-таки не стоит ради блага. 16 лет стоит. 16 вот давайте лет. Я поэтому специально спрашиваю возраст. 16 лет очень даже стоит, очень даже нужно. Потому пока что до дочка рядом сидит, потому да? Что все рассказывай. Потому что все ровно столько, сколько она считает нужным, да? Потому что есть разница, понимаете? 21 год и 16. 5 лет разницы. За 5 лет люди уже поступают, заканчивают школу, сдают ЕГЭ, поступают в институт, уже заканчивают этот вуз. Вы представляете? Я думаю, тут даже не сколько надо за возраст 21 цепляться, потому что ну, мы знаем много примеров очень взрослых людей, у которых до сих пор вот этот вот барьер не сломан, да, например, с родителями. И в 40 лет абсолютно, да. С родителями в контрах, да, и ну, либо наоборот, или вот наоборот, мы тут немножко перешли наоборот, да? В то, что мы зависимы от мам, да, от той проблемы, которую мы наставили, именно плохих взаимоотношений с родителями. Поэтому, Ольга Владимировна, давайте немножко вернемся все-таки ближе к теме. А если все-таки плохие отношения, как сгладить углы? Вот хотите честно, возраст какой? 16 лет мы берем? Это тут имеет большое значение. Конечно. Смотрите, до 18 лет. Родители должны подстраиваться под детей, по большому счету, потому что вы все-таки дети до 18 лет. И вы, и родители несут любую ответственность за вас, и юридическую в том числе, вы понимаете. Да, если какое-то правонарушение, все-таки прежде всего вызывают родители, и проблемы будут у родителей. После 18 лет
Вы несете ответственность за себя сами, и тогда уже вы должны эти коммуникации с родителями выстраивать. Но до 18 лет лучше, конечно, родителям, но... Ведь посмотрите, я просто хочу что сказать в защиту родителей. Есть те среди вас, кто вообще маме с папой ничего про себя не рассказывают? Поднимите руку. Один человек. И я даже боюсь спрашивать, а как мама с папой тогда общаются с вами? Контролируют вас? Что? Нормально с вами общаются. Они контролируют вашу жизнь? Нет. То есть им вообще все равно, где вы, во сколько вы пришли? Ну, нет. Интересуются. Интересуются, но вы ничего не рассказываете. Ну, прям такого личного нет. Ну, хотя бы говорите, куда пошли и с кем там будете. Ну, не всегда правду. Не всегда правду. А почему? Не хочу, чтобы они знали. Почему? Не совсем хорошо это. Для кого? Для меня. Как это может обернуться против вас? По-разному. Ну вот как? Я поэтому, что самое худшее может быть, когда родители узнают страшную правду? Упаду в их глазах. Просто упадете в их глазах? Да. Наказать как-то могут? Нет. Угу. То есть вы такой хороший мальчик для родителей? Не совсем. Угу. Ну, хочется быть хорошим мальчиком для них. Да. Угу. Но я думаю, что у вас доверительных бесед-то с мамой и с папой не будет. Нет. Угу. Но это проблема. Это очень серьезная проблема. Когда мне кажется, мальчики с ней чаще встречаются. Когда мальчики, да, чаще встречаются, когда нет эмоциональной близости и нет дружественного общения, да, именно со своими самыми, в принципе, близкими людьми, да, да, сколько лет? 16. То есть поэтому и наказания-то вроде нет, да, за что-то там, да, если. Но если нет этого эмоционального контакта близкого, то знаете как, вы живете своей жизнью, я живу своей жизнью. Но на самом деле в глубине души очень больно и неприятно, хоть даже если человек сейчас не признается, это очень больно, когда... Недоверительных отношений. Да, недоверительных отношений. Это всегда больно. Переходный возраст, про какой-то момент плохих отношений с родителями, вы считаете, что его нужно обязательно пройти? Обязательно. Это не я считаю. Смотрите, что такое психология? Психология – это наука о душе. И там есть свои законы. Вот в физике же есть законы. Есть теоремы, да, есть аксиомы. Вот в психологии также есть свои законы. И вот то, что каждый ребенок должен пережить этот переходный возраст, агрессию, ненависть, хлопанье дверьми по отношению к родителям, истерик, вы меня не понимаете, вы меня не любите, я хочу от вас уйти, это нормально. Если этого не происходит в 13-14 лет или в 12, да, тогда этот кризис перенесется на 7 лет. Если он и через 7 лет не повторяется, тогда, простите, он будет 28 лет. И таких историй из моих клиентской практики очень много. Кризис, он для того и кризис, чтобы отделиться от родителей и повзрослеть. А потом уже вернуться к ним с любовью, с позиции взрослого человека и любить их, как взрослый взрослого. Вы знаете, я с вами соглашусь, потому что я на самом деле прошла этот этап с родителями, и именно вот после всего этого, на самом деле, очень хорошие отношения стали с мамой, и сейчас вот этот вот этап подростковый проходит моя младшая сестренка, ей сейчас 13 лет, и я за этим наблюдаю, и иногда даже я не выдерживаю просто, потому что иногда такие границы переходят. И моя мама мне часто говорит, что вот представляешь, вот ты вот такой вот была, вот еле-еле мы справились с тобой, а сейчас я на это совсем по-другому смотрю и надеюсь, что вот в дальнейшем у нее вот это все пройдет и будет точно так будет же хорошее отношение. Отлично, я очень рада за вас. И вы даже сестренке можете сказать, нормально-нормально, пройдет, нормально-нормально. И мама. Просто понимая уже в том возрасте то, что это будет больно родителям. Вот тогда они подстраиваются под родителей и все делают, как они скажут. Понимаешь? Нет, это просто сохранение чувств родителей. Вот если, смотри, вот сохранение чувства родителей, тогда убивание себя, понимаешь? Да, мы сохраняем чувства родителей, но при этом мы убиваем себя. Убиваем себя как личность. Выбор. Но зачем это родителям говорить, если понимая то, что ты, допустим, сейчас позлишься, пройдет там, допустим, час, и ты к ним подойдешь и их обнимешь. Зачем это было говорить тогда? Значит, слушайте, я, конечно, извиняюсь. А что, обычно все вот скандалы бывают
по такому принципу пойду-ка я с мамой поругаюсь, что-то вот мне нужно включить переходный возраст. Это же обычно не так бывает. Это же бывает как порыв души, да? Спонтанно. Это же спонтанно, это же эмоции, это же невозможно контролировать. И такого не было у тебя, да? Нет, я всегда умела контролировать свои чувства, особенно по отношению к маме. А потом выходила и дралась. А подушку била там, я, да? Извиняюсь, нет, да. Нет, я, да, не дралась, я, а просто... А где ты выплескивала тогда эти эмоции? Ну, не выговаривалась. У меня какое-то время был свой блог, и я просто писала туда свои эмоции. Отлично. То есть ты выпускала пар, понимаешь? Каким образом? То есть выпускать пар необходимо. Ну, ты услышала ведь, что я сказала по поводу взрослости, да? То есть, да. А мама-то знала о том, что ты все-таки вот была обижена на нее? Да, она знала, я ей спустя какое-то время я дала ей прям прочитать полностью диплом. Молодец, вот, ты конструктивно, ну, вроде да, ты конструктивно ей дала понять. Мам, смотри, что я думала по этому поводу, на-ка, прочитай. Молодец, понимаешь, ты, это тоже было твое отделение от мамы в этот момент. Но она в какой-то мере, она на меня очень сильно обиделась. И ну, вот она видишь, такая, почему ты мне сама не говорила этого? Возвращаясь к тому вопросу, тогда нужно ли было беречь ее чувства, чтобы потом, да, она тебе сказала, а что ж ты мне, дочка, сразу-то не говорила, а писала просто там в блоке. Ты понимаешь, сейчас тебя завернула куда? Да, просто видя, как сестра поступала, и я видела реакцию мамы, и я не хотела, чтобы мама также реагировала на меня, потому что в какой-то мере мне очень важны ее чувства. Особенно, когда мы ругаемся, это вот обычно бывает перед уходом там куда-нибудь, куда я иду гулять, она такая, ну вот ладно, ты же самостоятельная девочка, делай, что хочешь. Потом доходило то, что, ну, она обижалась, доводила до слез. Потом, когда я гуляла, мне было некомфортно, крайне некомфортно. Я уходила очень рано, и, ну, и даже, грубо говоря, на встрече я была не с ними, а в своих мыслях. Угу. У меня есть вопрос, как объяснить родителям, что ты уже способен эмоционально от них отделиться, а они все никак не готовы принять то, что ребенок уже вырос? Какой хороший вопрос. Сколько лет? 16. Ой, как зовут? Ангелина. Ангелина, я тебе больше скажу. Некоторые даже в 36 лет, когда детям 36 лет, не понимают, что... У меня сегодня была клиентка, просто очень живописная история, когда, смотрите, женщине молодой, 36 лет, у нее трое детей, мама приходит к ней домой и говорит, так, что-то не так чашки поставила, не так тарелки помыла, вот так и так сделай. Он говорит, мам, можно я сама сделаю в своем доме так, как я хочу, посуду расставлю? Ну, ты же моя дочь, ты должна меня слушаться. То есть я хочу сказать, что есть мамы, которые этого могут никогда не понять. И тут только вопрос уже, ну вот просто, как сказать, вашего выбора, сможете ли вы отстаивать свою свободу. Так и говорить, мама, я уже взрослая, мне уже не 6 лет, напоминайте, Ангелина, на своем возрасте. Мне уже 16, мне уже скоро будет 18, и я вообще смогу жить без самостоятельно, без вас. Так ведь бывает такое, что скажешь, допустим, я уже взрослая, а тебе скажут, нет, ты еще ребенок, тебе до 18 лет, ты живешь в моем доме. Окей, у меня дочка тоже так иногда говорит. Если мама говорит, не-не-не-не, если мама говорит до 18 лет, значит, все нормально. То есть я к тому, что, значит, она дает этот люфт 2 года, то есть, а потом, пожалуйста, это правда, потому что вот этот 2 года, это такой возраст, ну, давайте откровенно говорить, я сейчас как маму уже скажу, пожалуйста, да, то есть, правда, все такие взрослые считают себя, правда, взрослые, ну, до взрослости такое нормально, еще 4 года не хватает, чтобы 21 год был возраст первой психологической зрелости, и родители, естественно, переживают, да, и переживают, нормально. И это нормально. Если мама говорит, до 18 ты с нами, да, а потом там, ну, можешь жить отдельно, все, мама здоровая, мама. Нет, у меня нет такого. Мама, то есть мама... Возраст 18, она, это ты произнесла или мама произнесла? Это я произнесла. Ну, то есть я думаю, что она все-таки так считает, хотя она до сих пор не может принять то, что я решила переехать в другой город после 18 лет. Она никак это не принимает и думает, что я этого все-таки не сделаю. А пап есть? Есть. А еще дети есть? Есть, маленькая сестра. Угу. Ты ее перенаправляй, скажи, мамочка, через 2 года я могу уехать, я тебя буду продолжать любить так же, как и прежде, но у тебя есть вот... Братик, сестренка? Сестренка. Сестренка, и вот, пожалуйста, все свое внимание вот нужно ей отдавай, а я уже сама могу о себе позаботиться. Друзья, да, тут кому-то из вас 16, кому-то уже 21, и это большая разница между вами вот в эти 5 лет. Тем, кому 16, хочу пожелать продолжать взрослеть, чтобы к 21 году вы были абсолютно, ну, самостоятельны в плане самоопределения,
Желательно жить уже отдельно от родителей, потому что это тот возраст психологической зрелости, когда ребенок уже не ребенок, и он уже может сам о себе позаботиться и жить самостоятельно. А сейчас тот период, когда вам нужно, естественно, понятное дело, да, то есть определяться с профессией, слушать свое сердце, да, знать, на что вы способны, и никак не слушать родителей в этом смысле. То есть родители могут посоветовать, подсказать, но решать вам. Иначе, чтобы вы не говорили в 30 лет, а что вы меня отдали не в тот вуз, да я вообще не там хотела учиться. То есть вы достаточно взрослый, чтобы определять, где вы хотите учиться. И в какая профессия ну, для вас более желаемая. Ну, без привлечения вообще отношения детей, родителей, это такая ниточка, которая связывает всю жизнь. Да, сначала вы общаетесь со своими родителями, а потом будете общаться со своими детьми. Поэтому, мне кажется, задуматься об этом, да, как сделать так, чтобы действительно отношения были хорошие, да, и сохранялись как можно дольше, это большая-большая задача на всю жизнь. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Приходите обязательно к нам еще. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Для вас я вела Виктория Новикова. Увидимся с вами на следующей неделе.